Оппа, сейчас переведу. Всем добрый вечер. Значит, сегодня мы будем слушать, я без понятия кого. Похоже, они певцы, насколько я помню, потому что они, их голос звучит вроде как, ну, нормально. И это будет их первая реакция на песню SOS. Поэтому поехали. Запись кет, звук кет, хамё кет. Доброе утро! Как дела, ребята? Меня зовут Ален, а я Алекс. Добро пожаловать на наш канал. И если вы вдруг еще не подписаны на мой канал, то вы знаете, что делать. Итак, давайте начнем это видео. Нет, я не смогу произнести его имя. Алекс, скажи его имя за меня. Ребята, это все по вашей просьбе. Димаш Кудайберген. Кудайберген. SOS Don Delien. Delien? Думаю, песня на французском, но я не уверен. Да. SOS Don Delien. Да, на французском песня. Но вот это вот... Да, да, я тоже потерялся. Итак, я очень взволнован. Вы же знаете, что мы здесь ради экшена. Давайте начнем. Получается, он азиат? Мы же не знаем. Ну, это можно понять по его лицу. Он филиппинец? Теперь только не ошибись. Ну, я же сказал, что он азиат. Филиппино-азиат? Не знаю. Чувак, я ничего не говорил. Он поет на французском, да. Никогда раньше не слушал эту песню, он сказал. Я могу это прочесть. Тайм-аут, стоп! Кто вообще эти люди? Он сказал, он спел... Бро, кто вообще отправил нам это видео? Я не знаю. Все это время мы сидели тут и не знали про этого артиста. Мы за это извиняемся. Вы просто посмотрите на это. Он начал так гладко... Как хочется, чтобы мои наушники звучали лучше. Плейлист. Его лицо не меняется. Скорее всего, сейчас будет бомба. Подпевать ему невозможно. Невозможно, чтобы звук выходил из него, нет. Those notes. Эти ноты.
он вообще напрягается? Да, он выиграл. No. Окей, ребята, это был Димаш Кудайберген, СРС Дантарьян Он Дитрес. Давайте на секунду остановимся. И да, мы хотим больше песен от этого индивидуума. И поэтому, пожалуйста, отправляйте нам ссылки. Он пел прям везде, справа налево, сверху вниз. Мне понравилось, как он... И он такой, теперь я покину эту сцену. Вам лучше понадеяться на Бога, чтобы этот парень пел в конце. Смотрите, где бы он ни пел, произойдут две вещи. Если он начнет петь первым, нам будет все равно, кто поет дальше. Если он поет посередине, и ты пел до него, то о тебе все забудут. Вот я и говорю, где бы он ни пел, смотри, этот парень не должен был участвовать. В этом соревновании, вообще, на каком месте вы бы не начали петь, он все равно должен быть в конце. Нет? Да. На какое место не поставили вы этого парня петь в этом соревновании, вы сразу станете неинтересным. Вот прям сразу. Послушав Димаша, наверное, другие зрители думали про других певцов вот так. О, круто спели, но все же. А еще его образ на сцене? Похоже, нам нужно начать петь на французском. Может, мы тоже возьмем такие ноты? Как же называлась та песня «Селин Дион»? А что это за песня? «Селин Дион», я что-то не слышал. На французском похоже. Похоже, они реально являются певцами, но здесь они просто дурачатся. Также у меня есть их реакция на «Грешную страсть», если я не ошибаюсь. Если вы хотите увидеть их реакцию на «Грешную страсть» в моем переводе, вы знаете, что делать. Я опять жестикулирую руками. Не знаю, зачем. У меня на этом на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся, надеюсь, завтра. И всем пока. Да. Всем пока.